Всем привет! Ну и после распаковки давайте посмотрим на наушники поближе. То есть вот он у нас пластиковый кейсик, Type-C под зарядочку у него, то есть характеристики у него. Почитайте, посмотрите. Логотипчик Mi. Ну тут у нас индикация зарядки, ну и вообще, когда мы его открываем. То есть в принципе, как и на прошлогодних, на всех версиях этих наушников, в принципе, кейс у них не меняется, может только размер, габариты. Наушники, глянцевая сенсорная поверхность, также есть индикаторы у них, тут вот он, зелененькие, красненькие горят, ну, в смысле, они синхронно горят, просто это сейчас я его вынимал, сейчас он типа как на зарядке, вот он зелененьким стал. Ну, давайте достанем, посмотрим, контактная площадочка. Так, вот он зелененький индикатор моргает. Что у нас тут есть? У нас тут есть датчик приближения, либо как он там называется, без разницы, пофиг вообще. То есть мы вставляем наушник в ухо, точнее вынимаем, у нас ставится трек на паузу. Когда мы возвращаем наушник в ухо, у нас продолжает играть музыка. То есть это либо же датчик приближения, либо освещение. Ну, неважно, главное, что они работают, эта функция, и довольно-таки неплохо за эту сумму, которую они стоят. А купил я их за 1500 рублей. Ну вот, вернем на место наушники. Крышечка у нас, люфта практически нету никакого, добротно все сидит. Ну, немного открывать, да, неудобненько, тем более если одной рукой, то это вообще извращение полное, то есть только двумя руками. Вот, то есть в принципе что-то о них рассказывать, то есть по звуку и всем остальным параметрам, наверное, скажу попозже, в маленьком каком-нибудь обзоре, потому что о них рассказывать. Про микрофоны скажу, как слышит собеседник меня и так далее. То есть, да, кстати, у них еще есть прикольная фишка, это анимация на телефоне, которую тоже в обзоре покажу. Вот. Ну и в принципе все. То есть, за эти деньги, я думаю, хороший набор функций и вообще огонь уши за эти деньги. То есть в принципе по комплекту тут только амбушюрки есть и макулатура, ну и сами наушники, и все, даже нету проводка зарядки, то есть они сейчас даже проводок не кладут, сионишные жопошники. Ну все, всем счастья, удачи, подписывайтесь, ставьте лайки либо дизлайки, всем крепкого здоровья, пока-пока.